мы испытываем одно желание – вырыть, выкопать, спилить, срубить, отдать и получить бабки. И вот возникает вопрос, а что делать? Я подумал, нам нужно общее дело. Нам нужно двигаться центростремительно в условиях, в которых мы живем. Нам нужно двигаться к центру, к объединению, к пониманию того, что нас никто не спасет. И все очень важно, когда я говорю про общее дело. А оно не может быть, его нельзя сосредоточиться на нем, потому что нас отвлекают все время. Мы должны оправдываться все время, что-то доказывать, извиняться. Объяснять и просить поверить, что войну выиграл все-таки Советский Союз с союзниками. Нас все время отвлекают. Мы должны все время что-то просить нам поверить. Мало того, мы просим, чтобы нам доказали, уж коль вы нас обвиняете во всех смертных грехах, ну хоть скажите, что на кой хрен нам это надо, дамы и господа? Зачем нам этим заниматься? А подумайте, зачем с нами это делают? Чтобы мы все время были заняты этой хренью, вместо того, чтобы заняться собой. Заняться собой. Потому что, если по-серьезному говорить, то будущее мира, возможность выжить миру, очень во многом зависит от того, в каком состоянии будет то, что называется Россия.